Де Карасельмаш. Ну вот сюда можно и войти. Девчулечки, взяла себе бриджики. Смотрите, классные, это классика. Ну, куда ж ты бежишь, а? Запарилась. Сейчас куплю, что нужно, и домой. Всем доброе утро. Сегодня вроде бы хорошая погода должна быть. Должно быть тепло. Я смотрю уже на ветках. Здесь прямо уже такие висят сережки. Скоро пух полетит. Ну что, девочки мои, я вышла из дома. Погода вроде бы нормальная, хорошая погода. Сегодня будет даже тепло днем. Но сейчас пока 21, я накинула такую трикотажную кофточку с рукавом. Хотя можно ее по ходу снимать уже. Скоро я ее сниму. Сейчас я взяла новую палочку, которую дочка вчера привезла. Ой, шум какой приехал. Пробую на ней сейчас снимать. Она просто коротенькая, удобно очень ее в сумочку маленькую, мою летнюю, как раз скинула, и все хорошо. Так, я иду на остановку, но я иду через ДНС. Мне нужно купить мышку, еще одну, потому что мне вчера дочка привезла ноутбук. Она настроила там его на работу, так что теперь у меня два ноутбука, и я могу быстрее монтировать видео. Смогу ли я быстрее их снимать, это тут вопрос, конечно, но посмотрим. Вот, ну у нас тоже недалеко тут от дома есть, в принципе, ДНС. И я сейчас там хочу купить мышку. Ой, я прошла, там шумно очень. Вот, и потом еду на Темирник. Темирник — это у нас в городе самый большой вещевой рынок. Он очень огромный, его обойти не обойти за день вообще. Ну а так как я много ходить не могу, я очень быстро устаю. Я очень надеюсь, что за тот километраж, который мне удастся пройти, я все-таки встречу те бриджи, которые я хочу. В прошлом году мне не удалось такие бриджи найти. Я купила другие с кучей карманов, а хочу я купить такие классические, чтобы на выход, однотонные, светлые, белые или бежевые. И стретчевые. Ну, в общем, короче, были у меня такие бриджики. Очень любила, износила их в ноль. И сейчас хочу такие же опять купить. Так, ну что, вернусь к вам позже. Все, девочки, купила обычную, простую, классическую мышку. Идем дальше. Это у нас такой торговый центр «Мир» в Александровке. Второй этаж. Сейчас только ДНС работает. Салон еще с 10 открывается. 10 еще нет, я пришла рано. Так что по эскалатору иду пешком. Так, ну чё, поехали. Солнце поднимается все выше и выше, становится жарко. Надо остановиться и снять уже вот эту кофточку. Уже прям жарко. Вот, купила, девочки, вторую мышку, два компьютера, две мышки надо, чтобы было. Вообще, конечно, вот это вот пальчиком, там сенсорную вот эту штучку. Мне очень неудобно, если честно, неудобно. Не привыкла я к этому сенсору. Мне удобно так, знаете, мышку взял и прям клац-клац-клац, так побыстрее. Так, тут у нас рыночек такой небольшой, стихийный. И все, еду. Поеду туда на автобусе и обратно поеду на такси. Потому что сейчас у меня еще есть силы, есть время пока что. А потом я уже устану, естественно, прыгну на такси. Сейчас немножко поэкономлю на автобусе. Девочки, смотрите, какое небо. Все, мы выдвинулись, и я еду. Я вам немножечко поснимаю здесь по дороге. Ну, комментировать буду мало. Просто хочу, чтобы вы посмотрели на красоту. Thank you.
Курск все-таки зеленый, цветущий город. Вообще, люблю. Куча зелени, полно. К театру юного зрителя подъезжаю. Этот роддом, в нем родилась я, и родился сын у меня в этом роддоме, и мама моя там тоже родилась. Это Нахичевань, площадь Карла Маркса, девочки. Архитектуру некоторых домов сохранили еще. Видите, какие тут дома были? Их все-таки ремонтируют и оставляют эту старую, еще древнюю такую архитектуру нахичеванскую. Нахичеванский рынок. Только вход не видно. Мы сейчас едем по 20-й линии, вот доехали до Налбандяна, вот здесь переулок Налбандяна, улица. И там жила моя бабушка, и прабабушка, и мама там родилась. Ну, в общем, нахичеванский. Помню вот эти места еще с самого своего детства. Выезжаем на проспект Шолохова. Стадион Россельмаш. А дальше будет парк Островского. Пригородный автовокзал. А вот с этой стороны парк Островского. Дальше будет проспект Сельмаш. Мы поедем по тому проспекту. Сейчас вокруг кольца. Прекрасная зона отдыха, много кафешек, качели всякие, много зелени, вообще там классно. Давно там не была, хотелось бы, конечно, туда пойти и прогуляться как-нибудь. ДК Россельмаш. Что-то строят. Раньше тут был кинотеатр юбилейный. Его снесли. Теперь что-то тут будет. Мы уже на Сальмаш.
Маша, областная клиническая больница номер 2 тут находится. Дальше будем проезжать мимо проходной Руслимаш. Наконец-то на этой улице сделали парковку, сделали тропинку для людей. Это улица троллейбусная, здесь вечно пробки. Сейчас сделали парковку длинную, много машин можно поместить. А это улица Вятская началась. Уже скоро приедем. Ой, тишина, слава богу, приехали. Тут тоже много всяких магазинчиков. И вот там вот Темирник у нас огромнейший. В общем, короче говоря, пойду сейчас, будем смотреть. Давно я здесь не была. Не, ну я как-то заезжала в прошлом году, но я так что-то с краешку по-быстрому что-то, я не помню, я взяла. И не ходила по самому рынку, по этим всем рядам. Ну, вообще, конечно, это надо ехать сюда с утра и здесь лазить целый день. И очень много всего. Я не знаю, за день не обойдешь, наверное. Да, что-то тут вечно перестраивают, переделывают. С этой стороны магазинчики. Ну, тут автобусные остановки. И, в общем-то, ага, ну вот сюда можно и войти. И все. А там просто тьма тьмущая, лес всего. Вот такие вот хлопковые блузочки. Хорошенькие. Не знаю, такую может быть купить. Я видела сейчас у одной женщины в автобусе. Вот она надо полезла в общественном транспорте поездить. Посмотреть, в чем народ одет. Хорошенькая, хлопковая, легкая. Так, ну бриджи мне надо сначала посмотреть. Вот сюда, если что, потом вернусь. Так. Короче говоря, надо идти вперед, вперед, вперед и смотреть направо, налево. Очень хорошо, что я приехала в будний день. Сюда в выходные суваться — это вообще кошмар. Столько народу, столпотворение просто. А так есть возможность спокойно походить, посмотреть и выбрать то, что нужно, без суеты. И хорошо, что я выбралась, пока еще не очень сильная жара. Хотя сегодня уже прям стало очень сильно жарко. Так, будем смотреть. Смотрите, какие нарядные платья. Ну, это вот на свадьбу, там на выпускную, я не знаю, куда еще такие красивые, да? Идем дальше. Бусинки. Красота. О, мужские труселя. Сейчас спросим, что тут есть. Только мужское, наверное. Смотрите, какие красивые, разноцветные. Ну, это вот для девочек маленьких. И топчик, и шортики, и что-то еще, вот блузочка. И разных цветов. Ой, какие красивые цвета. Девчонки, класс, класс. Да. Вот тут еще целый ряд обувной есть вообще. Так, ну мне сказали дальше. Сюда я, если что, потом вернусь. Ну, сколько всего. Подсказали мне... Так. Раз, два, третий ряд направо, там где-то есть бриджики.
Дошла я, девчонки, вроде до бриджиков. Ну, ассортимент огромнейший. Тут и брючки летние такие тоненькие есть. И всякое разное, в общем, полно. Ну, сейчас буду мерить. Девчулечки, взяла я себе бриджики. Смотрите, классные, это классика. Под любой цвет и под любую блузочку. Еще блузочку себе какую-нибудь нарядную возьму. Ну, вот так вот они сидят. А вообще здесь, смотрите, сколько много бриджек. Вообще летние, разные есть. И большой ассортимент вообще. На любой вкус и цвет есть. Короче говоря, это место G150 на Тимирнике. Приходите, выбирайте. Смотрите, девчонки, тут и турецкие есть, и шортики. Класс, бриджики. Я вот такие бежевые хотела. Ну, как бежевые, они чуть-чуть с розовинкой. Ну, на мне они не очень сидят, хотя мне нравится, как они вообще выглядят. Смотрите. В общем, разные-разные есть штанишки. Разные-разные. Красивые. Ну, к сожалению, на мою фигуру, конечно, уже там не все нравится. Не все идеально, как я бы хотела. А вообще, я тут уже померила много разных. Но выбрала то, что я, в принципе, и планировала. Белые, классические себе взять. Так, ну что, идем дальше. Тут сумки, ремни. Очень много сумок. Сумок много. Так, мне надо ободочек сейчас посмотреть тут. Так, хочу вернуться на те ряды, которые была. По обуви пройтись, что ли? Может, не пройтись, я не знаю. Посмотрим сейчас. Да у меня нормальные сандалики. Они, кстати, к этим штанишкам очень даже прекрасно подходят. Так, хочу я такую, знаете, блузочку, разлетаечку к этим вот бриджикам прикупить. Сейчас посмотрим. Так, труселя, бюстгальтера сколько хочешь. Смотрите, блузочки такие, девочки. Катон, хлопок, тоненький материальчик. Есть разных цветов. Вот такие вот, класс. Вот, пузынькая. Сейчас спрошу, может, что-то возьму себе. Такое вот, легкое на лето. Ну что, девочки, короче говоря, купила я себе еще блузочку вот такую. Но я вам дома покажу. Это такая легкая хлопковая разлетаечка. Я люблю сразу на рынке одевать. Ну или в магазине. Люблю сразу одевать то, что купила. Если оно по сезону, конечно, подходит. Ну и сейчас я решила пройтись по обувному ряду. Сейчас я вам покажу. Здесь много-много всего. Хочу какие-нибудь шлепаньки такие классические. Ну, какие-то сандалики взять полегче, чем мои. Моих иногда спортивных бывает иногда жарковато. Смотрите, этому ряду конца нет. Горизонт очень далеко. Обуви очень-очень много. Всякое разное. Всякое разное тут. И кроссовки. Здесь вообще можно много чего найти. Если, конечно, ноги нормальные, без всяких там лишних косточек. Хотя и для косточек тоже можно снуть их. Даже, вон, видите, ботинки, сапоги еще продают. Так, ну что. Тут, конечно, мой размер такой дефицитный. Бывает мне сложно что-то найти. Ну, особенно закрытый обувь. Ну, а во всяком случае, что касается сандаликов, босоножек, это обувь открытая и не будет ничего нигде давить. Так что сейчас я где-нибудь остановлюсь и что-нибудь посмотрю. Девочки, купила новые. Смотрите, какие. Сандалики сделала специально, без всяких пряжек. Они легкие, классные. Вот летом шлепать в таких. Пошла я дальше. Короче, здесь, девочки, рядов много. Ходить, не переходить. И, в общем-то, я купила, что хотела. Я так думаю, что, наверное, пора мне уже выдвигаться к выходу. И ехать уже, наверное, домой. Вообще, конечно, много тут всего интересного. Тут можно было бы, знаете, приехать и гулять как по музею и смотреть. Сейчас вот сезонные вещи такие, всякие разные есть. О, шляпочки, кепочки. Но мне кепочка не нужна, детские панамки. О, как много всяких шапочек, смотрите. О, красота. Вот такие платья. Еще ближе. Так. Идти к выходу надо. Выбрала рядочек пошире. О, спортивной одежды сколько много. Все, домой. В общем, приду домой, покажу вам там. Вообще, на самом деле, сейчас вещи стали дороже. Я... кстати, может, купальник посмотреть. Что-то я ходила, я не встретила еще ни разу купальника. Но мне уже, честно говоря, и ходить больше не хочется. Я на Тимирнике очень быстро устаю. Честно говоря,
Тут чуть-чуть зайдешь, и хочется в самом начале быстрее-быстрее найти то, что нужно, чтобы долго не ходить. Мне не придется ее снимать. О, как много всего. Шортики. Смотрите, обувь. Такой вот рынок у нас. А брюк сколько. Ой-ой-ой. Так, какие-то филиальчики. Даже шубы продают. И шубы, и куртки, все есть. Даже... Давайте, чтобы я не мешал. Даже хоть и не сезон, и тем не менее спортивная. Зелененькую сорвать, и чтобы она вот такая красная была. Очки, шляпки. Короче, все, иду на выход. Устала я уже тут ходить, находилась и уже проголодалась. Хочу домой. Уже жарко стало. Все, девочки, села я в такси, короче говоря. И вот я хочу вам показать, насколько длинный. Это уже половину проехали. Этот Темирник огромнейший, огромная площадь. Я даже не знаю, сколько оно тут занимает пространство. Ну, тут, конечно, ходить не переходить. Вот уже где-то заканчивается там. Все, еду домой. Находилась, устала, домой. Дома уже все покажу. Сейчас я еду, девочки, другой дорогой. Покажу вам немножечко. Ну, куда ж ты бежишь, а? Вот так вот бегут под машину, вы понимаете? Если бы пешеход был, пожалуйста. Был бы пешеходный знак, да. А так, ну, подожди, пока машин не будет. Зачем бежать прямо под самые колеса? Я прям не знаю. С таких этих пешеходов прям иногда бывает нервов не хватает никаких. Девочки, еду хоть и на машине, на такси, хоть еду с ветерком. И все равно чего-то сегодня жарко у нас. Вообще не знаю, 29 градусов, по-моему, максимальная температура. Ну, прямо как будто за 30. А если бы было за 30? Вовремя я съездила на Темирник и купила то, что мне нужно. Потому что летом, конечно, в жару не хочется. Зимой в холод не хочется. Вот самое время я купила без дождя, без ничего. И все, теперь я еду домой, домой, домой. Это мы где-то уже на втором машине ездили, да? Щербакова. Щербакова это у нас. Ну да, где-то рядом, где-то второй же Никитин. Второй, ну, Уют, да. Второй поселок, это там, квартал дальше. О, цветочки. Я вам сегодня цветочки не показывала, да? О, петушки какие растут, красивые, яркие цветы. Мне нравится. Российской. Тут у нас электричка еще ходит по городу, и еще электричка ходит. Весь город утопает в зелени. Вот мне прям нравится, когда весь город у нас зеленый. Тенистый такой, классный. Ой, разрастается, разрастается. Новые дома растут, растут. Это хорошо. О, девочки, как раз зашла я в небольшое зеркало. Посмотрите, да? Помялась я, пока ехала в такси. Ну, в общем, такой прикид. Хочу сказать, очень комфортно мне. Прямо так по-летнему, очень комфортненько. В общем, я довольна. Запарилась. Сейчас куплю, что нужно, и домой. Так, ну, наконец-то я домой дошла. Слава Богу, в Пятерочку зашла. Девочки, взяла пирожное одно такое, другое такое. У меня сегодня вечером будет Настя. Завтра Настя у меня будет целый день. Поэтому я взяла сосиски.
На всякий случай, чтобы было разнообразие. Ну, сама себе взяла бекончик. Это парижская грудинка. Очень люблю. Такая очень вкусная. Захотелось рыбки мне скумбрию покушать копчененькой. Сварю картошечку. Но это на выходные, попозже. Короче, взяла сметану. Взяла 9% творог. Кое-что хочу приготовить. Помидоры красные я люблю покушать. Огурцы еще есть у меня. И вот я, может быть, сварю, если ребенок захочет, супчик, бульончик с лапшой куриной сделаю. Так, ну, мой любимый хлеб отрубной. Зашла еще, девочки, Магнит Косметик с пастой зубной. Ну, я вот такую предпочитаю. Сенсодин. Комплексная защита, не отбеливающая ничего. Я давно уже пользуюсь. Хорошо оберегает зубы. Это мне стоматолог посоветовала. И взяла по акции вот этот Рексона «Морская свежесть» и алоэ «Бамбук». Тоже запах мне нравится. Это по акции стоит 106 или 108 рублей. Недорого. Взяла две штуки, короче. Хочу вам показать, девочки, вот эти вот босоножки, которые я раньше брала в «Спортмастере». Но я раньше, когда за рулем ездила, мне нужно было, чтобы был задник, чтобы у меня пятка не сползала. Поэтому я взяла такие. Но у них немножечко громоздкая подошва, они как-то выглядят так крупно. И это более-менее спортивный стиль. Хотелось мне более классические взять и без задников, чтобы это было как босоножки, как шлепки. Я в них приехала, прямо одела там. И они очень легкие, легкая подошва, удобные. Ну, за 1500 взяла. В общем, то, что я хотела, я взяла. Вот эти брючки мне чем понравились. Здесь широкая резинка, и она не давит, нигде не жмет. И если будет нужно, можно будет ремень одеть, но мне нет необходимости. Они сели на меня прям хорошо как раз. И это такие классические, классический вариант. Хлопок, и они стретчевые, они тянутся. Бриджики стоят 2800. И вот такую я взяла блузочку. Она тоже хлопковая. Сзади она тянется, а впереди она не тянется, такой хлопок. И она такая легкая, такая классная. И я перебирала там кучу разных цветов, разных вариантов. Но вот эта вот прямо она мне и по длине подошла очень хорошо. Как раз та длина, которую мне нужна. И то, что она легкая, тоненькая такая, хорошенькая. Прямо хлопок-хлопок, классно. Ну, вот такие блузочки, они все там по 1000 рублей. В общем, я себе угодила покупками прямо просто отлично. Все, что я хотела, я купила. И мне это все нравится. Всем я довольна. Ну, а теперь хочу я покушать своего пловика, который я вчера приготовила. Кто-то мне написал, зачем так много плова приготовили? Где ж много? Мне сегодня вечером внучка будет, и завтра целый день внучка будет. Дочка вчера приезжала, покушала. Так что это немного. Ну вот и все, мои хорошие. Я пообедала, и пришло время как раз-таки отдохнуть. А вечером мне нужно идти в садик и забирать уже Настю. Настя будет сегодня вечером и завтра целый день будет со мной. Но это будет уже другое видео. А я с вами хочу на этом попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. Пишите комментарии, буду отвечать на ваши вопросы. И все, до новых встреч, пока-пока!